Огненные бури бушуют. Из-за поднявшегося уровня моря половина морских портов разрушена. Массовые миграции достигли критического уровня. Несомненно, это величайший миграционный кризис за всю историю человечества. Когда все спутники оказались сбиты, мир лишился связи. И систем навигации. Россия и США перекладывают ответственность за случившееся друг на друга. Обе державы обвиняют в развязывании разгорающегося людей конфликта. Людей вынуждают занять ту или иную сторону. Третья сторона – нейтралы или неприкаянные, как они себя называют. Стала одной из самых многочисленных группировок мира. Эти люди сражаются не за конкретную страну, а за выживание. Ос, я на месте. Хорошо. Информатор прибыл. Засада. Это чемоданчик, наш козырь. Не подведи нас, капитан. Обычно я знаю, за что рискую головой. Обычно я не оправдываюсь. Твою мать! Вот ты где. Паковский? Черт! Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Мы делаем все, чтобы найти прибежище, где смогут вас принять. Ты предатель. Ирландец. Сколько эти неприкаянные тебе платят, чтобы ты натягивал свою страну? Я защищаю беженцев на этом корабле. И ты теперь среди них. Ирландец, люди ВОЗа в 20 километрах от нас. Думаю, тебе нужно взглянуть на кое-что. Послушай. Если ты отдашь этот чемоданчик Озу, этот больной придурок начнет Третью мировую. Все так говорят, Пак. Верь во что хочешь. Но я знаю, за что сражаюсь. Папа! Папа! Ты вернулся! Как всегда, здоровяк. Смотри, что я тебе принес. Кто это? Никто. Теперь иди вниз. Не трогай, Рао, нам платят не за то, чтобы мы совали нос. Я знаю, но такое нельзя игнорировать. У Америки есть экспериментальное оружие, которое вот-вот рухнет с неба по этим координатам в течение 36 часов. Они жаждут отвоевать свой маленький секрет. Если Россия доберется до оружия первой, это спровоцирует войну. Черт. Нельзя позволить этому психопату заполучить координаты. Паковский был прав. Люди Оза будут здесь с минуты на минуту. Он получит свое любой ценой. У нас на борту гражданские. У нас недостаточно человек. Похоже, у нас нет выбора. Идем прямо в эту бурю. Это ураган пятой категории. Нет. Это преимущество на домашнем поле. Входим в бой.
бурю через 5. Твою 4, мать. 3. Думаешь, они догадываются, что сделка отменяется? Управление на тебе, Рао. Ос не получит этот корабль. Ирландец! Буря нас погубит! Буря прикроет наши задницы! Разочаровал, ирландец. Я думал, мы в одной команде. Стой! Отпусти меня! Оз! Папа! Скажи, чтобы он убрал свои лапы от моего сына. Знаешь, кто такие ронины, ирландец? Они были воинами без страны, без идеалов. Такими они нас видят. Мир хочет забыть о нашем существовании. Отдай нам данные, и они узнают, кто мы такие. Начнешь эту войну, и миллионы непрекаянных умрут. Такова цена за новый мир. Нет! Запомнит это, ирландец. Я тоже запомню. Есть только один способ остановить эту войну. Оказаться в самой ее гуще. Сообщите всем непрекаянным, кто захочет слушать. 36 часов до Дохи. Готовьтесь к битве. Battlefield 2042. Озвучено для канала в рейтинге.